Более ярким светом засияло под горой. Грянут скоро летние дожди. Я бреду по берегу с некошенной травой. Солнце притаилось у реки, а над рекою тишина. А над могилой нет креста. Здесь не надо слов, не найду я ответа. Это тишина, как бездонная ночь. Как же это все осталось забыто? Кто на это все может дать мне ответ? Дать мне остановился, и ушла в землю слеза. Вокруг меня зеленые холмы. Когда-то здесь стояла деревушка три двора. Здесь жили мои деды до поры. А над рекою тишина. Креста. Здесь не надо слов, не найду я ответа. Это тишина, как бездонная ночь. Как же это все, все осталось забыто? Кто на это все может дать мне ответ? Здравствуйте, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях, уже вторую передачу, Игорь Тимофеев Волгин. Здравствуйте. И Господи. Игорь, очень проникновенная песня. Понятно, что за ней что-то стоит. Какая-то, может быть, личная даже история, да? Да. Да, совершенно, да, совершенно точно. Я думаю, это читается, конечно. История, ну, наверное, заурядная, как и у многих, я думаю, такие истории, что я, ну, в какой-то момент жизни, наверное, это каждый с этим сталкивается, захотелось узнать глубину своих предков. Насколько, где, кто, когда, там, вот, и... Я сделал такую экспедицию по местам своих давних-давних-давних прабабушек. В общем, дошел там до 887 года.
Вот, и, ну и мы поехали, это по отцовской линии, мы поехали в Новгородскую область, деревня Добрая Вода называется, очень интересное название. Ну, я это правда. Название альбома можно. Да, ну, дело в том, что там вода действительно добрая, ее невозможно напиться, там вот река течет, и она пьешь-пьешь, как, ну, какая-то совершенно не... Ну, и отсюда название «Добрая вода» деревни. И там, в общем, кладбище мы туда ездили. Там с мамой еще, с папой. Он жив еще был тогда. И тогда мы приехали туда. Ну, и нам, конечно, рассказали там. Ну, в деревнях же очень много было там и знакомых. Раньше все были на одной фамилии. Вот мы пошли на кладбище. Это долгий такой рассказ, так сказать, вкратце о песне, что навело на эту мысль, что мы пошли на кладбище, и там стоял абсолютно заброшенный храм. И в полном запущении просто. И что самое потрясающее, что фрески были сохранены. То есть все осыпалось, все там загажено, там кошки, там нечисть всякая, там, в общем, храм абсолютно разрушен, а фрески сохранены. И вот эти глаза с потолка, со стен, которые смотрели абсолютно какими-то открытыми и живыми глазами, на меня вот это произвело совершенно неизгладимое впечатление. Мне настолько вот стало как-то не по себе от того, что ну как же мы можем жить, в общем-то, в наше время с такими, в общем-то, космическими мозгами, где уже там нам на Марс там летать собрались, там, а вот у себя дома порядок навести. Это просто вот какой-то нонсенс, не соответствующий вообще человеческому вообще какому-то даже бытию и сознанию. То есть человек же существо разумное, он должен везде как бы быть человеком. И такие вещи для меня были вот важны. И родилась эта песня, когда я шел по этой реке доброй, родилась песня. Спасибо, Господи. Теперь мы знаем твой секрет. Вот песня «Годы уходят», которая сейчас... А «Годы уходят», да. Это такая... Мы сейчас вместе сыграем, да? Эта песня, в общем-то, о том, что не надо отчаиваться, жизнь есть жизнь, всякое с нами случается, вот, так сказать, всегда есть маячок, всегда есть надежда, и это нас должна как бы радовать, сохранять нашу уверенность в том, что все хорошо будет. Слава Богу за все. Да. Давай попробуем. Нас выведет. Уходят дни, остаются, а как не посудишь, все так и выходит, что как ни крути, время нам не догнать, и все, что насущно в былое вернется, и так было всегда. На сердце грусть, уплывают годы, пусть. Это не так, ты не унывай. Сколько в жизни прибоя, мне любви пожелай. Если сделал не так, то это вернется не здесь и не завтра, но знаю, что скоро. И если не в полночь, то утром придется начать все сначала, лишь выглянет солнце, и так, так на века. На сердце грусть, уплываю. Пусть
это не так. Ты не унывай, сколько в жизни прибоя, мне любви пожелай. Спаси, Господи. Вот такая светлая песня. Светлая песня, да. Ну, мне тоже хотелось бы что-то, чем-то поделиться. У меня есть песня, с которой у меня все мое творчество начиналось. Ну, она называется «Музыка». Вот ты, может, подыграешь что-нибудь? Из давнего? Да, это самая первая песня, которую я написал. В жизни? Да. Так это, наверное, совсем? Сколько же это лет прошло? Ой, не знаю. Сколько я уже забыл, сколько мне лет. Я себя чувствую 17-летним. Я чувствую всегда. Вот, она, можно сказать, определила мою жизнь каким-то образом. Вот до сих пор. Ну, у меня тоже такие есть песни. Я тоже, кстати сказать, вот сейчас хочу поднять вот свой пласт детский, юношеский. И есть действительно песни, которые определяют. Они искренние. Да. Они как-то так сыграли, спелись. Вектор раз и задают. И зафиксировались где-то там. Ну, вот я в деревне написал свою, выползла эту песенку. Прекрасная песня, прекрасная. Коротко по сути. Везде присутствует Господь. И я вот четко чувствую по своей жизни, как меня Господь ведет и вел. Вот подправлял меня, где-то останавливал, где-то так, где-то понесет меня на своих плечах. Где-то самому говорит, давай-ка ты тут сам попробуй, пройди. Вот. И музыка тоже помогала. Самое тяжелое, когда говорит сам, попробуй. Вот это самое тяжелое. Я по себе так-то ощущаю, что когда Господь так тебя проверяет на вшивость. И вот тут очень сложно. Вот ты привыкаешь, что вот тебя так... Вот, а тут вдруг раз, и вот пройди-ка сам вот эту поприще, ниточку, да. Вот эту вот. И вот тут становится страшно, потому что человек настолько слаб, как выясняется, очень слаб. Несмотря на все научные открытия, человек абсолютно слабое существо. А теперь, может быть, кстати сказать, может быть, наоборот, еще он становится еще слабее, потому что все вокруг окружающие нас эти научные
гаджеты, так они называемые. Они опутали просто человека. Они же совсем человека сбивают. Я думаю, что они суть скоро лишат его воли, самое главное. Да, начнут лишать воли. Да, а ведь это же совсем, это уже в душу там лезут уже совсем. Да. И что? Это то, что Господь дал. И как вот то пройти? Лезут Божий промысел. Тогда, значит, получается, нужно особенно сейчас держаться за то, что... И вот сейчас, наверное, особенно молодежи, как им сложно пройти, вот когда их Господь отпускает, как им сложно пройти по этой вот ниточке. Это вот надо как-то об этом говорить, наверное. Как-то я стараюсь и у себя на храме, и здесь на передаче. Я показываю молодежь здесь на передаче, которая... Вот мы уже прошли какой-то опыт жизни, да? Ну, мы еще, как бы, так сказать, не стареют душой ветераны. Мы еще держимся за свои инструменты. А и молодежь, есть молодежь совершенно такая сейчас вот здоровая. Интересно еще, вот, ведь когда запрещали веру, говорят, что когда запрещают, наоборот, больше хочется. Вот, и запрещали веру, а люди все равно тянулись к храмам, mm-hmm. все равно ходили, даже на разрушенных храмах собирались, и там вот бабушки особенно, там молодежи, конечно, было неудобно, там, потому что кино, там все это, комсомол, что скажут. А бабушки все равно ходили. Вот, mm-hmm. И вот как бы тяжело было людям, ну, нашим там мам, да и нам, собственно, мы же тоже в безверии родились, да, там. Вот. Но тем это было запрещено. Я вспоминаю, как было интересно на крестный ход сходить в те времена, да, что mm-hmm. это было такое таинство. По телевизору там показывают какую-то там звезды планет. Там, и вот кто-то ходил в тайне там, на крестный ход. Там. Но это был какой-то такой, ну, романтика какая-то в этом была. И, может быть, в этом, может быть, нам даже легче было. А сейчас молодежи все разрешено. Хочешь туда иди, хочешь туда иди, хочешь это слушай. И когда все разрешено, это еще страшнее получается. Мне кажется, просто сейчас открыли дорогу в ад. Да. Просто вот ворота открыли. Да, да, да. Это да. Широкий путь. То есть... И все что сейчас способствует гибели души. Да, да, да. И надо пытаться молодежь заставить вот двигаться против этого течения. Сказать им. Не заставить. Есть, не заставить. Не слово страшное заставить. Да. Нас уже заставляют. Не можешь. Не хочешь. Научим. Не можем. Надо слово какое-то такое. Что нужно сделать для молодежи? Призвать. Вот мне кажется, что нужно дать какой-то смысл. Вот чтобы... Вот как закон, да? Вот закон может работать тогда, когда он имеет смысл. Ну, я имею в виду, закон не Божий, а юридический, да? Да. Вот говорят, что там, вот сюда не ходи, потому что там провалишься в люк там открытый. Там, и человек понимает, что он действительно пойдет, и там есть люк, и он туда провалится. Вот это закон, да. А когда пишут, как у нас пишут на дорогах, там 40 километров, забыли снять просто там. Там давно ремонтные работы не ведутся, но знак висит, и там с лопатой этот человек нарисован. Там. И все понимают, что господи, я тут 100 раз ездил, нет там никакого ремонта. И все едут 160. И вот это вот, когда есть смысл верить в закон в какой-то, вот тогда это и есть вот, благодать для всего общества. И вот и молодежи нужно, наверное, дать именно вот этот вот смысл дать в то, что нужно соблюдать законы, в частности, Божьи. Закон божественный уже есть. Просто мы нарушаем заповеди и можно сказать, наказаны. Да. Ну, что ж, молодежь же надо как-то... Вот его надо преподнести. Вот. И вот а через музыку это возможно. Вот, через музыку, через современную. Да. Вот, что ты делаешь, да? Да. Ты свой опыт передаешь? Да. Именно есть способ передачи разный, да? Хочется отдать людям какие-то свои там наболевшие там вопросы, проблемы, все это все хочется рассказать людям, что да. Ну вот же, вот я это все прошел, там не делайте этих ошибок, вот не делайте, и поверьте, будет лучше, если не надо вот биться, там не надо разбивать себе лоб, там уши отрезать, не знаю, наголо бриться, не надо, все это пройдено, и вот написано, что это не надо, вот делайте вот самые простые обыкновенные вещи, которые вам в детстве говорят мама и папа, там как в песочнице, вот до такой степени, как вот была передача, мне понравилась, не передача, маленький мультфильм, буквально там, кратенький мультфильм, где идет просто такой молодой человек такой,
бодрячок, штаны у нее подспущены, как все, все нормально, там тут шапка на боку, в общем, он идет. И вдруг указка, значит. Там палец такой, там, здесь будет там кафе. Ну, он раз пошел туда, там, раз еще палец там, спустись вниз, там пирожок, там, он идет туда, там, и такой весь, там, раз, там. Здесь ты, здесь автомат, сыграй, и ты получишь приз, там, все сыграл, все, и так далее. Вот эти стрелки. И он идет, он в игре просто, он в игре. И потом там еще какие-то, и потом, значит, лежит человек, значит, просто человек спит. И он подходит там, и ножик сверху, и он, значит, говорит, вот, возьми меч и убей противника, значит. И тот без всякой мысли берет этот меч, и вдруг появляются два этих полисмена, и вот у нас наручники, и он и выводит, и он даже не понимает, за что его арестовали-то, что он вроде шел по стрелкам, играл, как все там. И вот, то есть, вот такой мультик, а глубина в этом, ну, потрясающая, потому что вот это все, что вот указывает, там, реклама идет, телевизор показывает, там, присоединяйся, и ты будешь в теме, там, выиграй приз, там, я за 3 часа зарабатываю, там, 5000 рублей, там, и так далее, и это все нам на мозги капает, и молодой человек думает, а значит, так устроена жизнь, значит, это и есть вот то. Uh-huh. А на самом-то деле совершенно все не... Это виртуальный мир, конечно, который кем-то вот создан. И людей туда затаскивают. А улица и вообще просторы полей и лесов, они живут совершенно какой-то другой жизнью. Вот этот отрыв людей от действительности, от искусственная трава. Там, да, вот на полях теперь продают ковры с искусственной травой. Там. А зачем ее сеять, вскапывать что-то там, полоть, когда можно коврик постелить зелененький, и все, и ходишь, и вроде как те же ощущения там. И вот эта подмена ощущений, она все время подтачивает сознание молодых людей, которые думают, что они очень умные. Мы за живую жизнь. Да, конечно. Вот эту живую нить в человеке, надо ее раскрыть, ну, может, подергать как-то там, нерв там, чтобы... Господи, ну, у нас, как всегда, стремительно заканчивается передача. Осталось время на одну песню. «Вольный орел». «Вольный орел», да. Да. О чем это так вкратце? Как она появилась? «Вольный орел». Это написал тоже, кстати сказать, тоже потрясающий человек, Валерий Еремин. Он поэт был. К сожалению, он ушел из жизни, ну, уже давно. Ты ему наиграл? Он написал? Да, я наиграл. Наиграл музыку, он написал текст, и это было вот... Это было очень давно, 85-й год еще, что ли. Ну, ладно, хорошо. Вот такая Давайте. Песня. Вольный орел летел, звал за собой во мглу сопротивляться злу. Я тогда не умел, я еще не умел. Счастья тебе, иногда вспоминай меня. Не грусти, пусть возьмут меня времена. Можно больше потерь, только меньше утрат. Я лишь простой солдат, я не вернусь назад. Странником путь прошедший за горизонт. Мог ли остаться прежним?
прежним. Знал лишь, что все идет за черту, за край. Не ищи меня, прощай. Столько долгих лет и зим не успел, зря поверил глазам своим. Можно меньше побед, только больше удач. Прошлого больше нет, мой затерялся свет. Ветер меня умчал за черту, за край. Не ищи меня, прощай. Дорогие мои, на этом наша передача «Лаврские встречи» подошла к концу. С нами был Игорь Тимофеев-Волгин. Спасибо, Игорь, большое. Мне кажется, что мы сделали прорыв. Да. Мне кажется, что такие вот передачи нужны именно молодежи. Потому что, вот, может быть, они слушаются. Боже, тебе помощи и новых творческих тебе успехов. Даст Бог, мы еще посотрудничаем вместе. Очень надеюсь на это, да. Очень надеюсь. Телеканал «Союза» большое спасибо. То, что вы делаете, мне очень нравится. И я надеюсь, что мы тоже сделаем альбом, альбомчик запишем. И это тоже должно понравиться. Да. Помоги, Господи. Боже, всем благословения и ангел-хранителя на всех ваших жизненных путях.